Приветствую, дорогие зрители, с вами я, дилер, на Минекоша, скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем наши веселые гонки в Майнкрафте. Сегодня мы будем играть на интересной карте, которая с вот таким вот огроменным драконом, и мы будем все еще какими-то супергероями. У кошки доктор Зум, либо как его? Короче, это родной брат Флэша, который очень стрёмный. Одевай на себя этот костюмчик, а у меня здесь где-то есть костюм обычного Флэша. Я не знаю, кто из них круче, я вообще не очень в курсе всех вот этих вот ребяток, что они умеют, но по идее он умеет очень быстро бегать. Так, по идее, что-то... Ой-ой-ой. Ого, крутяк. Ой-ой-ой, нифига себе, я нажал, блин. О, я вообще единичку нажал, я стал дико быстрым. Так, если еще раз нажму, да-да-да, все, меня отпустило. Ты же с карты улетела, что ли? Серьезно, что ли? Да. Так, ну, телепортируйся ко мне. Я даже на тебя посмотреть не успел. Нифига себе, интересно, что он еще умеет? Вообще крутяк. Так, ну-ка, подожди. Нажми еще раз единичку, и ты не будешь такая быстрая. Так, ну, дай я на тебя гляну. Ты вроде прям аж светишься. Слушай, рили очень необычно. Так. Слушай, я когда на себя одевал этот костюм, он на мне прям светился. А этот на мне светится, не светится? По-моему, нет. Слушай, давай маханемся на секунду. Ну нифига себе, слушай, а на мне он светится реально, возможно, этот костюм создан для меня, а тот костюм для тебя создан. Да. Ну да, он такой более мужской, гляньте, реально он переливается всеми цветами. Нифига себе. Слушай, а что он еще умеет, интересно? Так, а ну-ка, двоечка. Так, это у меня какая-то замедленная вроде бы скорость. Так, а если еще раз двоечка, то отпускает меня. Так, а ну-ка, троечка. Слушай, реально, он какие-то странные вещи умеет делать. Так, а ну-ка, 4, круто. 5. Так, слушай, я вроде бы умею как-то замедляться по-странненькому. Но мне больше всего нравится, как он разгоняется прям по-дикому. Во-во-во! Ой-ой-ой, сейчас вылетишь. Глянь, какая сумасшедшая скорость. Слушай, реально, на такой скорости, по-моему, вообще нереально что-то делать. Йоу, блин, меня выкинуло с карты. Так, все, телепортироваться к мини-кошке. Слушай, реально, костюмы дико крутые. Я снова улетел с карты, я молодец, ладно, вернулся, выключить. Надо как-то аккуратненько пытаться эти суперсилы использовать. Если где-то сильно, очень сильно друг от друга отстанем, можно будет нажать на единичку и догнать друг дружку. Да. Так, активирую у себя свой спаунпоинтик, я пошел на свою трассу. Активировал. Блин, мне так нравится, как он светится, вообще офигеть. Рили, какая-то колдунская сила. По-моему, Зум реально круче, чем обычный Флэш, хотя, может быть, и нет. Мне показалось, что это тоже светиться начало. Так, я у себя активировал. Ты готова начинать? Хотя, где? Тут взять. Еще в сундуке есть морковки. По крайней мере, у меня морковки. А у тебя вроде бы рыбешки находятся в сундуке. И там еще есть кирки. Так, я предлагаю начинать. Давай, 3, 2, 1, понеслись. О, ой, так, лопата. Замедление на меня нашло. Замедление. Да ты же Флэш, какое замедление. Нажми единичку и все, и тебе вообще все пофигу. Слушай, он очень урону даже не восприимчив. Прям рили. Ему урон почти не наносится. Слышь, ты бык, типа ты дерзкий, что ли? Я тебя сейчас вырублю. Вырублю тебя нафиг. Что так, зарубакали его. Офигеть. Ребята, если вам все еще нравятся веселые гонки, пожалуйста, уделите нам 2 секунды и поставьте пальчик вверх. Мы с кошкой будем безумно благодарны. Ого. Я настолько крут, что я просто прошел сквозь ловушку. Нифига себе. Ну, какие-то лошади летающие. Так, аккуратненько проходим. Но дракон вообще крутой. Что здесь? Золотые яблоки. Вообще круто. Слушай, а если я нажму единичку сквозь паутину? Я могу паутинки проходить с очень быстрой скоростью. Слушай, рили, я могу паутинки просто вот проходить. Воу-воу-воу-воу. Так я же тоже вроде отличненько. Отличненько. Кто вывалился с карты, а? Я кто тоже вывалился? Тоже вывалилась? Да. Так, а ну-ка, килл, что ли? Наверное, придется килл написать. Отлично. Слушай, очень опасно. Так, ну-ка, еще раз. Аккуратненько. Ну, блин, ну серьезно, я опять вывалился с карты. Очень тяжело им проходить. Надо было какие-то бортики супер большие делать. Так, тихонечко, ой-ой-ой. Тихонечко. Так, все, выключаем. Так, все, отлично. С этими паутинками прям какое-то троловство. То ты можешь нормально пройти, то не можешь. О, ну у тебя там вообще какие-то движухи. К Делерону? Не нужно. Да давай! Блин, последняя паутинка меня так мучает. Хочу включить суперспособности, но что-то стрёмно как-то. А у тебя меча нету? У меня уже появился хороший меч, целая куча стрел, куча всякой фигни. Слышь, алё, ну тихонечко. Парень, угомонись-ка. Найти лопатой по лицу. Хочешь лодку дам? Мне лодку? Да нет, спасибо, я думаю, что я как-нибудь воздержусь. Так, лошади снова. Что у меня крутого есть? 10 урона. Слышь, ты еще не успокоился еще? Шёл отсюда. Бегай, Жора, не скидывай меня с карты. Пошел отсюда. Жора, так, все. Не, Жора, не скидывай. Жора, не скидывай. Он тебе мистер Хрюшка сейчас нос укусит. Отлично, я Жору забрал. Мне из него даже какие-то шмотки выпали, которые мне нафиг не нужны. Я уже дошел до первого чекпоинта. Блин, так, Рагулька, каким фигом? Как быстро? Ну, суперсилы. Все-таки супергеройские гонки. Это тебе не цацки-пецки.
Так, у меня что-то еще есть. Супер золотые яблоки. Слушай, если у нас будет сегодня стол ПВП, то я тебе за ПВП что чувствую. Ты же бомбил, успокойся. Я бомбил и просто с карты выкинул. Я знаю, что вроде бы то ли флеш, то ли зум умеют очень по-хитрому как-то даже по карте перемещаться замедленно. Я не сильно понял, как это, но знаю, что это возможно. Так, а вот эти вот всякие крепости, они меня прям глаз лишают. А в них такая темень с этими шейдерами. Блинчик. Так, бежать, снеговики на... Чувствую ракобство со твоей стороны. Со своей? Не, спасибо. Со своей. Ясненько. Михалыч, Михалыч, уходи. Тихо-тихо-тихо. Баба-яга! Костяные рога. Чекпоинт. Я уже почти дошел до куда-то, не знаю, что это, правда. А, вот чекпоинт. О, нифига себе, у меня есть дилероны. Мегакопатель, пошел отсюда. Злой. Фух. Какой. Так, я что-то еще нашел. О, нифига себе. Так, у меня дополнительное сердечко появилось. Вот так вот. Отлично. Целый ряд сердечек, что? Нифига себе. Так, что еще непонятное? Так, здесь же нету больше нифига интересно. Я прошел, в общем, дальше. Я какую-то первую линию обороны какую-то прошел. Что меня фигарит? А это ты меня фигаришь? Слышь, на меня дилерон такой огромный с киркой напал. Вообще офигевшая морда. У меня, кажется, украли мой лук крутой. Где мой лук? Этот лук был офигенный, зачарованный. Вы чё, демоны? Крутяк. А вот он, вот он, вот он, вот он. Радуешься? Радуешься чужому несчастью? Ах ты ж кошка. Так, пошел отсюда, вот мегакопатель. Кошка. Нападают на меня здесь дилероны всякие огромные. Снеговики. О, у меня дракон фас пришел. Их, фас их, фигарьте их, вот так вот, вот так вот, вот так вот их. Отлично, за меня снеговики заступились. О, алмазы. Я дошел уже до третьего чекпоинта. Какой-то блин, плохой какой из тебя флеш. Блин. Включай суперсилу и пробегай. Если ты сильно отстаешь там, ну я не знаю, хотя получится ли ломать лаки-блоки на огромной скорости или нет. Ну вот я тоже думаю. Тоже думаешь? Ну давай. Ой-ой-ой. Не, ну спасибо тебе, парень, конечно, я тебе безумно благодарен. У меня появился, кажется, Лёха, который будет теперь мешать доходить до финиша. Лёша. Так, Лёха, я сейчас тебе лицо прострелю. Лёша, пошел отсюда. Лёха, уходи. Ты, ё-моё. Баран, уходи. Плохой баран. Так, я барана зафигарил. Так, что у нас здесь? Монстрозавр, вроде бы добрый. У меня тоже есть. Третий чекпоинт. Ха-ха-ха. Третий? Я тебя вижу по карте, это уже близко. Я пытаюсь здесь забороть Леху, то есть крыло-палку. Блин, этот дилерон, он такой злой. Вечно приходит за мной, пытается меня зафигарить. Иди отсюда. Знаешь, иди отсюда. У меня появилось? Иди отсюда, плохой здоровяк. Здоровяк. Так, все, его зафигарил. Чего вот у тебя? Золотые яблоки. Золотые? Да. Да у меня их вообще дофига. Я пытаюсь зафигарить этого чудика, чтобы он тебе не мешал. О, там уже кошка, отлично. Бежала, какой-то провалилась. В ад! Кошка провалилась в ад. Шипелка! Не-не-не-не-не, мега-шипелка! О, вот это вот крутяк. Мега-шипелка. Не, все отлично, я ее забрал. Слушай, там у тебя... Ой, тут паркур, дилерон. Блин. Ну, и чё? У меня есть один блок, я смогу выбраться, я знаю. Так вот ты так знаешь, вот. Знаешь, что я сделала? Что? Я прошла через паркур просто. А нельзя так, скоростью. Нечестно. Скоростью. Нечестно. Думаешь, я смогу скоростью пройти? Да, это получается. Так, а ну-ка. Пролетел мимо. Это какое-то обманство от кошки было. Нет, серьезно. Обманство от кошки. Блин, опять провалился. Слушай, этот флеш, он какой-то дико жесткий. Можно играть только на каких-то картах, которые очень ровные. Блин, я не могу, меня просто с карты выкидывают. Жесть. Так, надо выключать эту суперсилу. Бежать. Я такой медленный без этой суперскорости. Просто капец какой медленный. Медляк. Так, паркур. Вообще жесть. Блин, может быть как-то по краешку. Вот так вот, по краешку. Так, а ну-ка, давай, суперскорость, отлично, выключили. Долбанный так, что бак. У нас здесь? Штанцы, да кому нужны эти штанцы, тортики? Ну да, мне тоже они не нужны. Так, а здесь что, вообще нифига полезного? Опять здоровяки, пошел вон, здоровяк, пошел вон. Что у нас здесь? Иди, кошки, иди. Иди, кошки, блин, меня опять скинули. Я требую чекпоинта человеческого. Появляюсь где-то в жопенции постоянно. Беги! Не, Риля, вот я флеша уже начал любить, но не на карте, где можно вылететь нафиг. Тут еще монстрики. У тебя бабка обижает, я смотрю. Да все, я иду поела, давай, я давай, была давай. Дохлая. Давай. Иди, кошки, иди. Блин, о, спасибо, подтолкнули меня. Блин, финиш что ли? Так, все, последний. Отлично, где это мы? Что происходит? Я не знаю. Что происходит? Это нас куда-то закинуло. Мы где-то вообще непонятно где. Я думал, что здесь будет какая-то фигня, типа с кем-то сразиться можно. Это, короче, автор карты, походу. Я тебя даже не вижу.
Что-то вот непонятное. Так, идем куда-то вниз и будем сражаться возле его ног. У него кроссовки, прям как у меня. Этот парень знает толк в отличной моде. Сейчас я сделаю спаунпойнтик. Что-то я тебя вообще не вижу или вижу? Вот я тут. Стою. Все, я тебя вижу. Так, а ну-ка, спаунпойнтики для всех. Отлично, завезли. Надо сажать супер золотое яблочко. Я тоже ем. Так, что у меня есть из оружия? Из оружия вот так вот, вот так вот. Наверное, вот так вот. Что лучше, взрыхлитель либо топор, Михалыч? Я не знаю, думаю, что топорик крутой. Так, тортик. И я готов с тобой сражаться. На тебе лопаты по лицу. Вырыгиваю. Да, вырыгиваешь, на тебе лопаты. Подожди, стой. Так, я готов. Так, надо включить суперскорость. Взрыхлитель. Так, суперскорость. Где эта кошка? Где эта кошка? Я не вижу. Я тоже суперскорость включила. Ты где ты? Как тебя терпеть? Как тебя убить? Да нужно вырыть какую-то маленькую яму, и там можно на этой скорости гоняться. Так, по карте кошка где-то здесь. А, ты вырубил скорость? Так, хорошо. Но мне это все равно не помогает тебя найти. Так, хорошо, я ладно, я выключаю скорость. Так, я вижу тебя. Вижу тортик, отлично, вижу тебя. Отлично. На, получай. По-моему, это бесполезно, мы не сможем так друг друга убить. Да, мы же ее яблоки съели. А, ну да. Ты барашку убила. Я барашку. Кошка, убийца барашка. На. Блин, откуда у тебя. Так, Натя, вот. Мне завезли, у меня появился. О, я тоже барашку убил. Так, а ну-ка, стоямбочка. Так, что еще у меня делать? Так, а ну-ка, двоечка. Ой-ой. Отлично, да, ты пробуй. Блин, я что-то пытался сделать, кажется, я сделал что-то хуже. Так, ну-ка, 3, 4, 5, ничего не произошло. Я думал, что я умею делать что-то крутое, но, кажется, только флеш умеет делать какие-то крутые штуки. Слышь, ты вообще не дохнешь, что ли? Ты вообще не дохнешь? Ты вообще не дохнешь, 42/42. Нифига себе, у тебя 40/40. Ты модник. Так, я что-то убил. Что-то убил, но не кошку. Но не меня. Блин, кажется, в этот раз победит дружба. Флэш не может убить своего брата, и свой брат не может, и его брат не может убить Флэша, по-моему. Так гляньте, сколько у тебя еще брони еще дофига осталось, но у тебя не ломается? У меня, да, дофига еще. Блин, как тебя убить? Да иди отсюда. Блин, по-моему, победила дружба, Рилли. Флэш не может убить Флэша. Так, снимай себе свою броню. Без брони. Одевай какую-то обычную броню, которая у тебя есть. А у меня нет ничего, я все выкинула. О, отлично. Ну тогда это будет эпичная битва. Да, получай. Нет, Дилерон, так у тебя же броня. Ну, блин, я не выкидывал. Надо же как-то убить кошку. Ну ладно. Ой-ой-ой, нифига себе, все. Убил кошку, могу превратиться в кошку. Я могу в мегакопателя превратиться. Слышь, ну глянь, какой огромный вообще. Ого. Посмотри на меня. Я тоже так хочу. Нифига себе, да я вообще мутант огромный. В общем, спасибо, что вы смотрели, для вас играли и комментировали Дилерона мини-кошка. Ого. И Дилерон, который стал настоящим гигантом. Ого, нифига себе. Вообще, надеюсь, что вы поставите пальчик вверх, мы для вас тут старались. Нифига себе, ты еще дерешься? Я тебя сейчас зарубаю. Я сейчас закопаю, нафиг, кошка. Ладно, я тебя не смогу убить, слишком маленькая. В общем, на скорых встреч, всем спасибо и пока-пока. Мяу, пока.